Buongiorno a tutti, siamo qua desde la Nieve, Rural Life. Este es Audi A7 full drive, but is stopped on the snow, and we can help to help with Mitsubishi and Nissan Terrano. Стоп, 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 хватит. Отодвинь ее чуть-чуть. Вперед. Сейчас отодвину. Давай, давай. Стоп, 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 стоп. Нормально. Стоп, 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 стоп. А все, уже снег, сейчас, подожди. Good afternoon, everything. After the snow avalanche, we can going to help everything, everybody, to free the car. In this case, we see Audi Allroad Quattro and Nissan Terrano VT21. Now we can see that the Audi during the going out from the Nieve, from the snow clutch. Very, very nice driving. That is the car about 40 years old. 40 years old. Nissan Terrano or VD21 from Japan. Предлагаем услуги внедорожной эвакуации, только что эвакуировали из снежного плена Audi A7 полноприводную. Застряла, примерно. Вот у нас лебедка на 10 тонн Nissan, поэтому внедорожная эвакуация. Наш конек, мы работаем по территории Московской области. Доставка до объекта всегда оплачивается отдельно. В среднем от 10 тысяч рублей стоит услуга. Лебедка достаточно мощная. В летний период в грязи действует двойной коэффициент 20 тысяч рублей, минимальная сумма.